Если он-то хочет там оставаться, или, допустим, остается, но работает на Россию. А кто хочет вернуться, обязательно помочь. Для этого есть у нас огромное количество земли, стройматериалов, вообще всего есть. И деньги выделили. Уже не надо говорить про деньги. Деньги выделили, но где сидит тот враг, который мешает эти огромные миллиардные деньги бросить на помощь по возвращению соотечественников? Смотрите, закон о гражданстве. Что делают? 2002 год. Русских приравняли к иностранцам. 8 лет сиди, справки собирай, имей какие-то документы, может быть, тогда получили. 8 лет! И речь идет о том, что казаки, оказавшиеся за рубежом, в том числе в Австралии, имеют гражданство Австралии, и между странами нет договора о двойном гражданстве. Вот. Русские люди из России, которые приезжают к нам уже после развала Советского Союза, имеют возможность получать двойное гражданство. Имеет и гражданство Австралии, и гражданство России, но именно тем потомкам так называемых казаков белой миграции, да, первой волны, второй волны, вот, к сожалению, законодательство не предусматривает предоставление нам второго гражданства с сохранением гражданства Австралии. Наконец, дать возможность соотечественникам гордиться, что они из царской России, из советской, из нынешней. И депутаты Госдумы, я думаю, будут принимать все необходимые меры, чтобы усиливать помощь по всему миру, и в том числе в нашей стране, когда уже, наконец, вернулись на родину.